Сегодня утром Михаил Игнатьев встретился с Владимиром Филипповым, до недавнего времени возглавлявшим Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Теперь ведомством будет руководить Владимир Доброхотов, а Владимир Филиппов стал помощником главы Чувашской республики. Новые назначения и в Министерстве культуры. Указом главы Чуваши исполнять обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела нашей республики будет Константин Яковлев. Его хорошо знают в Чувашии. Уже много лет он возглавлял Чувашскую национально-культурную автономию в Республике Татарстан. Входил в Совет президента Татарстана по национальным вопросам. Я хотел бы здесь отметить, действительно, да, большое количество чуваш у нас в регионах проживает. Крупных регионов – это Башкортостан, Самар, Ульяновской области. Вот, на сегодняшний день, я думаю, там тоже построены положительные такие опыты есть. Но есть некоторые вопросы, которые, я думаю, сегодня совместно вот, Министерством культуры значит, тех регионов, я думаю, мы наладим тесно такие взаимоотношения, то есть и будем проблему, интересы наших соотечественников, думаю, решать.